Полицейская форма парадная, наглаженные рубашки и медали на кителе. В ДК России накануне праздника собираются сотрудники органов внутренних дел. Бывшие милиционеры, а сейчас полицейские Ленинского района, отмечают старый праздник под новым названием. Говорят о России, родине и о долге. Каждый полицейский обязан быть патриотом своей страны и своей профессии. Роза Сергеевна за 31 год в органах дослужилась до звания майора. После ухода на пенсию, чтобы не разрывать связь с любимой работой, стала председателем Союза ветеранов МВД. На территории нашего района проживает более 1500 пенсионеров МВД, органов внутренних дел. Наиболее активная часть сотрудников, бывших, те, которые оказывают непосредственную помощь молодым сотрудникам. Задача все-таки в наставничестве. Работают в тандеме поколение старших и новоиспеченных сотрудников полиции. Василий Александрович этот праздник отмечает впервые в новой должности. Назначили начальником 4-го отдела полиции Ленинского района совсем недавно. Район он самый большой остался в городе Саратове. Вот, конечно, ответственность и перед населением есть, и перед личным составом, потому что криминальная обстановка, в принципе, остается еще сложной у нас в целом и в районе, но и по городу Саратову. Поэтому работы предстоит очень много. В честь праздника они не критикуют систему, а находят в ней все больше плюсов. Прошло реформирование милиции. Отобраны, будем говорить, лучшие сотрудники органов внутренних дел. Сегодня они полицейские. И я думаю, что они достойно будут нести вахту служения народу. Общими усилиями наведем порядок и в Ленинском районе, и в целом по городу Саратову. Поздравляя друг друга, подводят итоги. Этот год для них был сложным. Переход из милиции в полицию. Всего две буквы, но за ними тяжелая работа, о которой не забывают даже во время отдыха.